Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» наконец стало доступно для пользователей. Пока она работает лишь в 5 регионах – Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Программа упрощает процесс оформления ДТП по Европротоколу, сокращая время составления извещения с 40 до 15 минут. Вы попадаете иногда в пробки, и вы видите, сколько людей теряют свое время, теряют бензин, загрязняют окружающую среду в этих самых пробках. Поэтому я не могу сейчас вам назвать точные цифры, но я думаю, что по количеству бензина точно совершенно все это будет перекрывать экономию бензина, те издержки, которые мы понесли на создание данных приложений. Оформить аварию онлайн можно, если у обоих участников аварии есть подтвержденные аккаунты на портале госуслуг и нет разногласий, а оба автомобиля принадлежат физическим лицам. Помощник ОСАГО должен быть установлен хотя бы у одного водителя. Второй ставит электронную подпись в документе, отсканировав QR-код. Водители могут выбрать один из двух способов оформления аварии – с фотофиксацией и без нее. В первом случае максимальный лимит выплаты составит 400 тысяч рублей, а во втором – 100 тысяч. Если страховая компания предоставляет сервис ускоренного рассмотрения, то вам никуда ехать не надо. Если же она действует в рамках общих правил, то вам нужно приехать, подать заявление в свою страховую компанию, ну и дальше вам либо дадут направление на ремонт, либо будет предложена сумма к выплате. Приложение работает в тестовом режиме. В дальнейшем его функционал расширят. К примеру, добавят конструктор ДТП, который избавит водителей от необходимости рисовать схему аварии.